Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. И сразу расскажем, какая погода нас ожидает сегодня. Сегодня в Карачаево-Черкесии переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 4 мороза до 1 градуса тепла. Местами минус 4, минус 9. Днем плюс 1, плюс 6. Местами воздух прогреется до отметки плюс 12. На дорогах гололедица и снежный накат. В Черкесске переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 4,9 метра в секунду. Ночью ожидается понижение температуры до отметки минус 3, днем плюс 9, плюс 11 градусов. Ночью на дорогах гололедица. В республике подвели итоги акции «Народное голосование» в номинации «Волонтеры». Студент медицинского института СКГА Игорь Юрченко стал одним из победителей голосования. В эти минуты в нашей студии Игорь расскажет моей соведущей Белли Джазаевой о том, почему он стал волонтером, какая самая большая награда для волонтера и о том, какими конкретно добрыми делами занимаются волонтеры нашей республики. Доброе утро всем. Доброе утро, Игорь. Я благодарю тебя за то, что ты нашел время, пришел сегодня к нам в гости. Игорь, конечно, я буду обращаться к тебе на «ты», потому что ты юн, ты молод. И сразу хочу тебя поздравить с тем, что ты стал победителем акции «Народное голосование» в номинации «Волонтер». Конечно, мы знаем, что в наше непростое время волонтеры проводят колоссальную работу. И я знаю, что волонтером ты стал даже до пандемии. Вот почему ты решил стать им? Ну, я поступил в медицинский институт, предложили стать волонтером, а я просто хотел помогать людям, и поэтому сыпал ряды еще задолго до пандемии. Угу. Скажи, пожалуйста, что такое быть волонтером? Ну, в первую очередь, это помощь людям, да, когда ты не можешь оставить человека в беде. Вот. Хотелось помогать взрослым, тем, кто не может сам себя как-то обеспечить, взять какие-то лекарства, да, там, тем более во время пандемии очень много стариков, которые не могут куда-то нуждались. Выйти. Да. Ты считаешь, что это все-таки призвание? Конечно. Ну, конечно, хотелось бы о каких-то конкретных твоих делах спросить. Кому помогали, что делали, что будете делать? Ну, наверное, первая наша работа – это помощь в создании коронавирусный центр «Северный». Угу. Мы помогали, привезли оборудование. Угу. Помогали устанавливать оборудование. Угу. В общем, ну, все, что от нас требовалось, мы сделали, подготовили. Угу. Северный ковид-госпиталь. Значит, также развозил лекарства. Работаем по заявкам, стараемся как можно больше привести людям лекарств, которые давали какие-то заявки. Угу. Да? В принципе, это основа. Также ездили в школы, объясняли детям, да, за здоровый образ жизни, то есть о вреде пагубных привычек, на всяких спортивных мероприятиях присутствуем, стараемся показывать какие-то мастер-классы. Угу. Ну, это основная работа волонтеров-медиков. А для тебя вот эта победа, она была ожидаемой? Не скажу, если честно. Ну, судя по тому, что ты студент медицинского института, волонтерство и медицина, они идут рядом. Ты каким видишь свое будущее? Помощь людям? Помогать людям, да, скорее всего. В наше время это очень дорогого стоит. И отрадно, что вот среди таких молодых людей у нас немало волонтеров в нашей даже небольшой республике. Я поздравляю тебя с этой победой заслуженной. Я желаю тебе быть таким же милосердным и благодарю за то, что ты был гостем нашей программы. Спасибо. Успехов тебе. Спасибо. Спасибо нашей гостиной. Наш информационный эфир продолжит вещание на ногайском языке в 9 часов. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк.
Фейерверк новогодних скидок продолжается. До 40% на все. Куртка в подарок. Детские меха. ТЦ «Панорама», первый этаж, город Черкесск. Арча Черкес королева телебарапына абаза бұшала ана тарапқа ұзыршарныз, еге корреспондента инхарнысты қыразму, а кастинг шағалаларыны шағырай көйт. Аз аразму арежбауа а номерла шағас.